Ребята, я снова всем привет. Сегодня я научу вас варить сосиски, если вы не можете это делать. Кажется, все просто, но не каждый может это сделать. Даже я не мог, пока жена не научила. Вот. Что нужно сделать? Распаковал я упаковку. Теперь мне нужно очистить пленку от сосисок. Ребята, очистил я от этой пленки сосиски. Теперь их будем варить. Значит, смотрим внимательно, что будем делать. Пойдемте. Значит, заранее поставьте воду, чтобы вода у вас закипела. И когда вода уже, горячая, и когда уже вода у вас закипела, значит, добавляем сюда сосисочки. Первая пошла, вторая пошла, третья и четвертая. И варим их примерно 3 минуты. Не переварите. Примерно 3 минутки варим. Накрываем крышкой. Накрываем крышечкой. Все. И 3 минутки пусть варятся. И еще что хотел вам сказать. Значит, если вы не умеете варить вот такие макароны колесиками, посмотрите наш видос на нашем видеоканале. А также обязательно не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать интересные видосы. И что еще хотел сказать по поводу сосисочек. Вот эта тряпка меня просто она убивает. Сейчас я возьму вот эту тряпочку, прихваточку. Смотрите, значит, покупайте сосиски средние, если с деньгами проблема, средней хотя бы ценовой категории. Дешевые не берите. Это их просто неприятно есть. Хотя бы средней ценовой категории. Вот это сосиски стоят 300 рублей килограмм. Есть, конечно, еще дороже. Есть и по 500, и по 600 рублей. Но такие сосиски мы еще не тянем. Вот если вы будете активно подписываться на наш канал, и тогда мы будем покупать дорогие сосиски, потому что мы уже будем развиваться и позволять себе покупать такую еду. Сосисочки готовы. Прошло 3 минутки. И бережно и аккуратненько выкладываем их на тарелочку. Вот таким способом. И последнее. А, обожглась, да? Вот так вот. Итак, дорогие друзья, сосисочки готовы. Давайте попробуем. Какие же они вкусные. Пальчики оближу. Сейчас я буду кушать их с этим кетчупом. Вот. Опять же напоминаю, если не умеете варить макароны, смотрите на нашем видео, как это все делается. Все легко и просто. Вы научитесь и будете шеф-поваром своей семьи номер один. А на этом все. Подписываемся, ставим свои комментарии, ставим лайкосы. И всем приятного аппетита. До новых встреч.